Меня зовут Анатолий, я из солнечной страны Казахстана, Алма-Ата, и здесь я учусь на очень прекрасную профессию – теология. Теология означает богословие, и мне очень сильно нравится изучать все, что связано с Богом. И я считаю, что это та самая профессия, которая мне поможет в изучении Бога. Если честно, меня вдохновляет проповедовать. Я очень сильно люблю проповедовать, и это дает мне, наоборот, не усталость, а это меня заряжает силой, наоборот. Мое хобби в Заокском – я преподаю русский язык иностранцам. В пятницу вечером и в субботу днем. Оно идет очень быстро, а очень долго оно идет все 4 дня, с понедельника по четверг. Оно идет очень долго, потому что много уроков, много занятий. Все блюда очень вкусные, но сейчас я не питаюсь там, потому что поменялись времена, и я женился. Вот. И сейчас я питаюсь дома, поэтому если в том году, то мое блюдо было любимым, если оно еще осталось, это плов. Подобие плова что-то, но это не плов, но он очень вкусный. Он для меня необычен тем, что здесь все необычно. Стены здесь необычные, здания необычные, люди необычные. Все люди как твоя семья, да? Вот это для меня необычно. Нигде такого нет. О сверхспособность я бы хотел, вот всегда о ней мечтал. Вот чтобы я взял книгу, да, посмотрел на нее, пролистнул, и все, что там написано, я знаю. И так с каждой книгой. Это было бы очень классно. Я бы так все экзамены сдавал бы. Первое впечатление о зал очень классные. И когда я сюда приехал первый раз, я подумал, вау, Швейцария. Приезжайте, хватит следить за жизнью. Участвуйте в жизни зал.